И снова здравствуйте, наши уважаемые подписчики и просто прохожие. Признаться, мы не особо угораем по гонкам различных видов, и уж тем более, если они находятся в грёбаном раннем доступе Стима. Но тем не менее, мы не могли пройти мимо Distance, духовного наследника удачной в свое время Neutronic Rush, и одной из немногих представителей жанра Survival Racing. На радость же нам, покупка оказалась действительно удачной. И в данном выпуске пару слов мы расскажем вам, почему стоит приобрести Distance и что же она из себя представляет. И потому, внимайте! Distance — это небольшая аркадная survival-гонка от независимых разработчиков из Refract Studios, в чьих рядах выходцы из Neutronic Team, тех самых, что и приложили руку к созданию в 2011 году Neutronic Rush. Как и в оригинале, мы оказываемся в высокотехнологичном мире будущего, где из-под контроля вышел некий вирус, заражающий весь мир, и вам, опытному гонщику, необходимо за наименьшее время свалить куда подальше, сквозь различные измерения, которые представляют из себя трассы различной сложности. А сложность тут действительно есть. Если на первых порах вас лишь немного напугает кучей трамплинов и различными преградами, то далее вас просто разорвет от всевозможных испытаний для ваших рук. Будут вас поджидать и лазеры, разрезающие машину на несколько кусочков, и появляющиеся из ниоткуда шипы, и циркулярные пилы, и вертикальные стены, и вакуумные зоны, и отвлекающие вспышки молний, и многие другие стрёмные хреновины. К счастью, в отличие от, к примеру, болидов Трекмане, ваш железный конь не так прост, как кажется на первый взгляд. Так, по нажатию пробела ваша тачка способна подпрыгнуть, тем самым преодолевая небольшие препятствия, а при дополнительном нажатии на прыжок из машины вылезут крылья, давая тем самым возможность пролететь сквозь огромные дыры в трассе. К счастью, в угоду балансу разработчики внесли в игру и перегреев, тем самым не давая игрокам возможность просто перелететь или проехать на ускорение всю трассу. А чтобы жизнь вообще малиной не казалась, на желтых зараженных участках трасс крылья вообще не работают, а всякого рода прыжки от пола на потолок и обратно — это вполне себе обычное явление. Именно эти участки самые нервные, ибо не каждый выдержит рестартов 50 за один раз. Для пущего разнообразия, помимо стандартных гонок на время, в Distance имеются и другие режимы, в том числе и мультиплеерные. Так, в режиме испытаний игрокам необходимо проехать по трассам просто до одури напичканным препятствиями, ну и, конечно же, ясное дело, за наименьшее время. В режиме же реверстак, или в простонародье пятнашки, необходимо захватить и удержать специально сферу в определенное время, ну а другим игрокам необходимо эту сферу забрать и не отдавать ее. В режиме же трюков, как видно из названия, необходимо на специальных трассах за определенное время набрать наибольшее количество очков, выполняя различные трюки, от простой езды по стенам до бэкфлипов и бочек. Есть еще и последний, по крайней мере на данный момент, режим — это режим футбола, однако он работает лишь в сплитскрине, из-за чего опробовать его мы не смогли. Любой из вышеназванных режимов проходит в сеттинге киберпанка, схожий с таковым из серии Tron, и это просто великолепно. Все эти неоновые огни, яркие, хоть и немногочисленные краски, общий минимализм и мир, который живет в такт офигительной электронной музыки от Торча. Все это завораживает и не отпускает до конца игры. А конца тут в принципе и нет, и быть не может, ведь с наличием довольно простого, но мощного редактора карт, а также с имеющейся в игре интеграцией с мастерской Steam, количество доступных в игре карт ограничено лишь фантазией игроков, что не может не радовать. Что же мы имеем в итоге? Distance — это удивительная гоночная аркада, красивая, стильная, сложная, драйвовая, с прекрасным звуковым сопровождением, без бесящего в Neutronic Rush тролля-комментатора, с удобным интуитивным управлением, наличием редактора карт, с полноценным мультиплеером без призраков и превосходной оптимизацией. Хотелось бы сказать и про недостатки, но, к счастью, нами они замечены не были. За все это смело можно сказать, что ни один цент не был потрачен зря, и Distance однозначно рекомендуется всем, кто скучал по поистине захватывающим гонкам без провисания в геймплее, и который, несмотря на внешний минимализм и простоту, вполне себе способна бросить вызов вашим навыкам и нервам, даже на текущей стадии раннего доступа. А на этом по Distance на данный момент все. Если вам понравился данный ролик, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а также вступайте в наши группы ВКонтакте и gme.ru. Также можете подписаться и на мой канал, где я прохожу вместе с вами различные игры, да и не только. Все ссылки, как обычно, в описании. Спасибо за внимание, с вами были Neon Games и Wismar, до встречи в новых выпусках!